Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою, Ваше имя. Господи, в милости Твоей власти, чадо мое, имя Сына, помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих, и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякие скверны, вина, табака, наркотиков, и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое, в наступающее утро, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь. Господи, помилуй. Господь мой, я прихожу к Тебе со смиренной молитвой за своего Сына, имя. Огради его от бед и злых помыслов на него. Будь защитой ему на дорогах жизни. Веди его правыми путями. Будь ему, Господи, путеводителем. Дай ему силы преодолевать трудности. Я знаю, Отец наш Небесный, что Ты услышишь мою молитву. Ты — крепость и защита наша. Ты — Отец наш Небесный. Слава и хвала Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.